Речі буде в гостях у статус кіно побували сотні бізнесменів, політики, государственних діятелів, діятелі іскусства, арабських шейхів. Некоторые политики побывали не один раз. Если они не приходили в агентство, то сотрудники сами приходили к ним. А если политики переставали слушаться, то всегда находилась череп. Благо, статус-кво – надежная крыша. Выезд на природу всем коллективам агентства – жизненно важный атрибут его деятельности. На свежем воздухе проявляется спортивный дух коллектива. Жаркие футбольные схватки, волейбольные баталии, чемпионаты агентства по бадминтону. Девушки предпочитают настольный теннис, а мужчины предпочитают смотреть на девушек. Самые головоломные творческие задачи также решаются на свежем воздухе. Особая гордость коллектива «Статус-кво» – его девушка. Мужчины ценят за красоту, юмор, находчивость и оригинальность. Мужчины агентства очень трепетно относятся к своим очаровательным коллегам. Не забывают о том, что они женщины, и буквально задаривают их цветами. Организовывают тематические вечеринки и веселые дискотеки. Катают их на гамаках, устраивают оригинальные поздравления, в прямом смысле слова носят их на руках. И не только их. Девушки от этого цветут и пахнут. И, соответственно, благодарят своих мужчин. В общем, коллектив живет весело, дружно и разнообразно. Всей этой веселой компании прекрасная Елена, которая может найти общий язык со всеми, и с девушками, и с мужчинами. У нее нет любимчиков, все перед ней равны. Но если вы вдруг увидите ее такой, то знайте, она опять перепутала расческу с микрофоном. Если вдруг, неожиданно, в агентство приходит высокое руководство, то и тут статус-кво не теряется. Мгновенно в руках учредителей оказываются бокалы с вином, стол ломится от закусок, а магический хоровод завершает дело. Вот так оно и живет все эти 10 лет. Информационное агентство «Статус-кво». Ну что, дамы и господа, вспомнили, да, как оно бывает, открыли свои маленькие секреты, я еще повторюсь, здесь только свои, только...